В Магадане 1 сентября не продают алкоголь. День знаний входит в список трезвых дат, согласно новому закону Магаданской области. При этом на реализацию спиртных напитков в кафе и ресторанах запрет не распространяется. Данное ограничение – исключительно решение местной власти, которое не регламентируется федеральным законом. Сегодня продавать алкоголь не будут в 45 субъектах страны. Если 1 сентября приходится на воскресенье, то запрет действует 2 сентября. Сейчас в регионе запрещено продавать алкоголь 5 дней в году. 25 января, 7 апреля, 1 июня, 27 июня и 1 сентября.